Ребят, приветствую вас. Поступает очень много вопросов по поводу маркетинг-план Siberian Wellness, поэтому хочу сегодня разобрать первый блок, именно старт, так скажем, начало бизнеса, где уже зарабатывать может каждый человек, который подключается к бизнес-системе. Мы с вами знаем, что когда мы делаем соглашение с компанией, мы получаем свой номер ID, мы знаем, что любая компания работает с продуктовыми направлениями. У продуктовых направлений как есть цена, так и бальная система, потому что именно в бальной системе мы отражается наш товарооборот. Итак, для того, чтобы зарабатывать свое комиссионное вознаграждение с компанией Siberian Wellness, минимальные условия для получения чека 100 баллов. 100 баллов сегодня приравнивается к 3100 рублям, и тогда, когда в течение месяца человек-партнер делает 100 баллов своего личного объема, ему возвращается кэшбэк в 25%. То есть, как это выглядит? К примеру, сегодня я делаю заказ на 100 баллов на сумму 3100 рублей. Завтра на бонусный счет мне начисляется возврат 25%. И уже завтра этот возврат я могу использовать опять для, так скажем, покупки каких-либо товаров, которые мне нравятся. Если мы говорим с вами о баллах и товарообороте, то... 1 балл приравнивается к 14 рублям. Именно из этого сегодня мы с вами и будем высчитывать те доходы, которые вы можете начать зарабатывать с самых первых шагов. Итак, мы с вами знаем такие определения, как личный объем и групповой объем. Личный объем – это все то, что я покупаю сама лично на свой компьютерный номер, и к этому же объему прибавляются заказы ваших клиентов, которые покупают продукцию на ваш номер ID. Групповой объем – это все, что создается вокруг вас за счет ваших консультантов, которые включились, да, скажем, более профессионально за счет ваших клиентов, клиентов и так далее. Итак, когда мы делаем соглашение с компанией, у нас, соответственно, уже есть вход в личный кабинет, и хочу сказать вам о том, что когда вы входите в личный кабинет, у вас формируется, вы можете видеть три реферальные ссылки: ссылка для клиента, ссылка для премиум клиента и ссылка для консультанта. Вы ее отправляете, человек заходит в интернет-магазин, выбирает для себя продукцию, что-то для себя приобретает, начинает формироваться оборот. Теперь, каким образом мы здесь на первых шагах можем зарабатывать деньги? Мы знаем, что со своей личной активности мы получаем кэшбэк 25%. Когда начинает формироваться группа и создавать товарооборот, с группы в 300 баллов мы возвращаем 8%. 500 баллов группа – 10%. 1000 баллов – 12%. 2500 баллов – 19%. 5000 баллов – 25%. 10000 баллов – 31%. И 20 тысяч баллов, максимальный процент 37. Именно вот в этом, вот именно 20 тысяч баллов, это и есть квалификация профи, которая в дальнейшем уже позволяет вам зарабатывать с маркетинг-плана. Но мы сейчас говорим все, что на начальном этапе. Чтобы было понятно, чтобы было, так скажем, разобрано, потому что сегодня у нас с вами сплошная математика, хочу вам привести как один из примеров. Допустим, вы подключаетесь в компанию и начинаете формировать оборот. Вы приобретаете в течение месяца продукции на 500 баллов. Почему я написала 500 баллов? Мы должны с вами знать, что у Siberian Wellness есть 4 товарных направления. Это спорт и смартфуд, это товары для дома, это красота и раздел здоровья. 250 наименований. В каждом разделе есть 3 ценовых категории продуктов. Есть продукт более дешевый, есть продукт среднего уровня и есть продукт элит, который является у них, ну так скажем, самой высокодорогостоящей продукцией. Но хочу вам сказать, что, например, если я говорю с вами о 500 баллах, то я понимаю, что 500 баллов – это всего 15 500 рублей. То есть это тот оборот, с которым мы с вами, в принципе, привыкли ежемесячно работать. И если мы говорим о формировании группы, я могу вам сделать, ну, как бы, как одну из первых схем. Я сама приобрела продукцию вместе со своими клиентами на 500 баллов. Ко мне начинают подключаться новые партнеры или клиенты. И
Так как я знаю, что клиент приводит клиента, партнер партнера, формируется товарооборот, и моя задача, чтобы в этой группе товарооборот был 5000 баллов. Как пример. Вторая группа, я работаю также 5000 баллов, третья 5000 баллов и четвертая 5000 баллов. Я вижу, что мой групповой объем с моими структурами составил 20500 баллов. Я дальше начинаю рассчитывать. 20000 оборота дает мне 37%. 5000 оборота моего партнера дает ему заработок с группы в виде 25%. То есть здесь я пишу 25% зарабатывает мой партнер, я зарабатываю разницу, соответственно, это 12%. Теперь я знаю, что балл равен 14 рублям. Как же высчитать, сколько я зарабатываю? Я должна 5000 умножить на разницу процентов, которую я зарабатываю, на 12 и умножить на 14 рублей. Когда я эту математику просчитываю, я понимаю, что с оборота этой группы я зарабатываю 8400 рублей. Я знаю, что таких групп в течение месяца у меня сформировалось 4. Значит, соответственно, я эту сумму могу умножить на 4, и мой доход составит 33600 рублей. Плюс, так как я еще сама лично сделала оборот на 500 баллов, моя процентная ставка 37, то как раз и со своего оборота я также заберу 37% еще плюс к этой сумме. Почему хотела вам показать маленький пример, именно работы с четырьмя группами? Потому что 500 баллов, еще раз повторюсь, это всего 15500 рублей. Если я говорю вот здесь о группе в 5000 баллов, то это всего 10 человек. Или количество может быть увеличиваться за счет клиентов, потому что клиент рекомендует другим продукции, могут формироваться различные, так скажем, потоки, клиентопотоки. Но если я как профессионал сейчас для себя ставлю задачу как минимум выйти на квалификацию профи, потому что я понимаю, что именно с этой квалификацией для меня открывается еще плюс маркетинг-план, плюс я понимаю, что мне необходимо на начальном этапе зарабатывать деньги, а поверьте мне, 33 тысячи рублей – это порядка сегодня, стабильных 450-500 евро – это хороший доход на наших рынках. Когда я эту систему понимаю, я знаю, как двигаться. Есть другой момент. Хочу показать вам еще один пример, потому что мы говорим о ширине бизнеса, и сама компания, предлагает своим партнерам с первых же дней делать широкую первую линию. Почему? Смотрите, если я говорю сейчас о заработке, я понимаю, что мне выгодно, как еще один из вариантов моей работы, мне выгодно сегодня привлечь вокруг себя большое количество людей. Если я понимаю, как я зарабатываю на разнице, я могу просчитать и другую схему. Я привлекаю 20 человек. 20 человек клиентов. Мне необходимо, чтобы каждая группка вышла на товарооборот минимум в 1000 баллов. Если мы с вами говорим, что 500 баллов – мой личный объем, и проговорили с вами, что это всего лишь 15500 рублей, то я понимаю, что 1000 баллов – это, в принципе, 2 человека. То есть мне надо создать максимальное количество групп вокруг себя и продублицировать себя всего лишь в 2 раза. То есть тем самым мои группы по 1000 баллов, а я ориентируюсь на 20000 баллов, дают мне разницу в процентах какую. Смотрите, если мой партнер сделал товарооборот 1000 баллов, я вижу, что он выходит на 12%. Моя задача таких 20 групп. Я выхожу на товарооборот в 20000. Мой процент 37 с группового объема. Значит, я с каждой группы забираю 25% с их объема. 25% в деньгах – это 3500 рублей. 3500 рублей я умножаю на 20 групп. Мой доход – 70000 рублей.
Это 1000 евро, это те деньги, которые реально позволяют вам сегодня чувствовать себя хорошо. И что необходимо для этого сделать? Самому научиться работать с продуктом, выбрать для себя те высококачественные продукты, которые вы будете использовать сами и предлагать своим клиентам. Оборот 500 баллов – это всего 15 500. Продублицировать себя два раза, то есть человек плюс человек, и это уже 1000 баллов. Создать в первый же месяц своей работы максимальное такое количество и заработать 70 тысяч рублей. Поэтому, ребят, просчитать бизнес можно очень легко. Вступить в программу можно очень легко. 250 наименований продукта. Продукт, поверьте мне, интересный. Есть уникальные продукты. Когда я понимаю, что 3100 рублей – это та сумма, которую каждый из наших знакомых в течение месяца использует на какие-либо бытовые принадлежности, шампуни, косметику, товары для здоровья, я понимаю, что у меня открывается потенциал. Когда я могу просчитать свой бизнес и знать, как заработать первые деньги на широкую линию, или, как мы с вами ранее проговорили, 4 партнера, но углубиться с ними и сделать их товарооборот на 2,5, я всегда знаю, сколько я могу заработать. Поэтому каждый день будем с вами разбирать эти моменты, но сегодня я думаю, что блок номер один маркетинг-плана Siberian Wellness уже показывает вам, как вы буквально завтра, включившись в программу, можете начать зарабатывать. Хороших вам, хорошего вечера, хорошего дня и до новых встреч в эфире.